что такое дружба? Дружба – это когда человек с кем-то дружит. Дружба еще – это когда ты дружишь с человеком и играешь с ним. Дружба – это когда человек дружит с другим человеком. Дружба для того, чтобы один человек в беду попал, а другой друг его выручил. Друг нужен, чтобы поддерживать другого друга или спасти в беде, либо чем-то помочь, либо развеселить. Это когда человек дружит с другим человеком. Это когда у тебя играют, рисуют, приглашают его в кино. Это когда они с ним играют вместе и приглашают друг друга в гости. Играют в догонялки вместе или в песочнице и делятся с игрушками. Друг – это чтобы дружить и никогда не расставаться. И вообще надо дружить со всеми. Да? Почему? Ну, чтобы с тобой все дружили. Зачем нужен друг и что можно делать с другом? Играть с ним. Веселиться, вот. Играть в догонялки, в прятки. Можно ходить это на пляж, это в поход, в лес. Можно на детскую площадку сходить. Гулять, рисовать, в кино ходить. С другом можно гулять, играть, ходить в походы, ходить в гости, чтобы с ним играть и веселиться. С друзьями можно играть в чего-нибудь, ну или во что-нибудь играть. Можно, вот ты купил вчера игрушку, можно с ней поспать, потом встать и можно с ней поиграть на улице вечером. И будет хорошо. Потом можно пойти домой и маме сказать, что ему понравилось играть. Расскажи о своем лучшем друге. У меня есть подруга Даша. Она моя любимая подруга. И мы с ней играем в догонялки, прятки, жмурки, в кухню. Стукаемся лбами. Моя лучшая подруга – это Кира. Мы с ней встречаемся на детской площадке или где-нибудь там, недалеко от похода, в Нижнем Новгороде. Ну и в многих местах, где мы раньше были. Мой самый любимый друг – это Кирилл. Я с ним дружу с самого детства. Мы ходили с ним на пикник, собирать грибы. Мы с ним путешествуем. У меня есть два друга – Ваня и Лукасик. Лукасик, я с ним очень много разговариваю и на улице играю. Иногда в шашки с ним играю на улице или в садике. Мы с ним иногда играем в футбол. С Ваней я тоже играю в шашки и в футбол. Мы даже с Лукасиком и с Ваней играем в футбол. Это Кирилл. Мы с ним играем и рисуем. Карина, моя подружка, еще она любит со мной играть. И Кира любит со мной играть. Я с ними одновременно играю, то с Кирой, то с Кариной. Расскажи, во что играете? Мы можем играть в вышибалы, в игрушки и во что-нибудь еще. Мы, особенно с Кирой, когда выходим на улицу гулять, мы ловим киса барона. Ну, я не знаю, кто это такой, Карин кот, что ли, еще кто-то. Мы все не ходим с участка, мы только сходим, мы вот так по кругу ходим. Представляем, что песочница – это ракета, и она полетела в космос за киса бароном.
Он потом умер, потом превратился в звездочку, а потом стал призраком. И он в космос улетел, не знаю зачем. Потому что Карина его носит и носит. Вообще надо лететь на настоящей ракете. И мы его ловим. Но его же не бывает. Мы с ней так играем.